ведущий инженер Сергей Яковлев и его коллеги обсуждают детали предстоящих испытаний самолета Як-18Т. Совсем недавно молодой коллектив создал спортивный самолет, который был признан лучшим на международных соревнованиях. Теперь создан новый самолет Як-18Т. У него несколько профессий. Он и учебно-тренировочный, и пассажирский, и санитарный, и связной. Хороший подарок сделали авиаконструкторы летчикам гражданской авиации.